Всем привет, с вами как обычно Дмитро, и мы продолжаем гонять в VG Small World One Edition. With La France нас с вами ждет снова. Так, сколько командующих доступно? Трое. Так, ну, определенно я знаю, кого посадить сюда и сюда. Так, и определенно я знаю, кого посадить сюда. Вот. Думаю, этого будет достаточно. Более чем. Сразу атакуем Пилсудского, чтобы ему жизнь слишком сладкой не казалась. Смиглы тоже так себе, дядька, так что нормально. Разберемся тут. Так. С Марибором вот определенные проблемы могут случиться. Но нет, все обошлось. Мы Марибора взяли быстро и почти без боли. Меняем ход. Тут секрет кроется в грамотном построении авиации. Миссия, в принципе, несложная. Денег идет много. И это хорошо. Давайте хлора немножко полякам напустим. Все там, смиглы, один выстрел по нему. Если дефенсав не сработает, то все, зашибись. Так, гасим Михалыча. А здесь покупаем авиацию, наконец-то. Михалыч может, в принципе... А нет, не может. Хотя не знаю, может быть и может. Блин. Подстава может быть сейчас. Хотя сюда можно купить пехоту еще. Как вариант. Ну, хорошо. Как вариант тогда возьмем сюда пехоту. Так, кто-то еще не походил, мне говорят. Вот это вот. Крепость. Меняем ход. Пилсудский уже начал трусить. И это была большая его ошибка. Мы его убили. А смиглы... А все, смиглы готов. Он так себе чувак. Так, подожди, хлором надо бы, наверное, все-таки по вот этим зарядить. Господам. Бронепоезд просто адский против кавалерии, поэтому надо его обязательно использовать там. Так я, наверное, не подумавши тут походил. Ничего страшного. Пешт мы, тем не менее, взяли. Можем потихоньку атаковать Михайловича. Так, этой пехотой пока посидим. Можно купить еще авиацию. Где? В Буде? Может. А, нельзя пока. В Мариборе, наверное, можно. Если ее не вынесут. Меняем ход. Четвертый раунд. Так, бомбардировки вот этого Чувелла теперь нас ожидают.
тут все-таки шмальнули по самолету. Но не критично. Все, мы убили Михалыча. Теперь наша цель Дебрецен. Так, здесь как-то так зайдем пока. Легко тебя вперед надо бросить. Пустили. Все. Здесь можно артиллерии приобрести. Давай, я динамо возьму. И меняем ход. Варшаву без лишнего шума взяли. Масарика мы пока не можем замахнуться. Ну, давай. Тогда вот тут поможем. Хлора напустим на, собственно, Масарика. Прагу взяли. Тут у нас еще есть. У нас есть авиация. Сколько хп? 80 милиции, да? Стой. Хотя одинаково. Ладно. Одним самолетом по Эвереску, вторым самолетом по пехотникам. На всякий случай. Дебрецен взяли, но тут есть проблемы определенно. Надо бы еще самолеты купить. Меняем ход. Так. Пешку у нас оттяпали, кстати. Вереску убили. Во, теперь мы захватываем Белград. Клепаем людей на оборону. Так, и теперь еще вот так как-то. В принципе, хорошо атаковали. Нормально. Так, далее. Далее надо прадедам в Минск заглянуть, потому что там Балахович сидит его. Довольно геморно выкуривать оттуда. Достать пока мы не можем. Давай шмальнем по этому зданию. Мы его вынесли. Тоже. Молодцы. Чехословакия, в принципе, противник такой.
не очень-то и жесткий. Заканчиваю ход. Там яссы атакуют, да? Дальше стоит. Как-то вот так дойдем. Так удобнее будет, думаю. И Фонг будет помогать с бомбардировками, потому что у этого товарища дефенсафт есть. Жофа захватывает Словакию. Тут танк атаковать. Авиации. И Тенни сейчас справляется со своими обязанностями на отлично. Так, мы едем в Яссы. Так. Тут можно гранатами покидаться. Югославия проиграла. Пушка никуда не успеет уже. Давай тут людей понастроим каких-нибудь. И пока... А, как пока? Можно еще здесь купить авиацию. Вот теперь меняем ход. 8-й раунд. Давай, выноси. Минск наша миссия, поэтому Беларусь мы захватываем. У нас веселые воевашки. Часть вторая. Да? Давай вынесем здесь. Сюда. Стоило захватим. Манер гейм. О, украинцы взяли яссы. Но это ненадолго. Надо по бронепоезду шмалить, потому что... Так ладно, эти ребята пусть сидят уже. Даже авиация. Я думаю, мы справимся в срок уже без них. Тут вот у нас Гурко атакуют. Что не здорово. Скоропадский, скорее всего, сюда. Можно с ляхами пободаться, если есть желание. Но миссия затягивается из-за них. Давай, наверное, закончим ход. Да, Скоропадский сюда подошел. Сейчас мы его вот так вот в тиски сделаем. И дядьку Питена снесли. Отлично. Так. Гурко может далеко уехать, это здорово. Давай тогда, наверное, вот так сделаем. Все, Гурко теперь бронепоездом так уедет. И тоже далеко поедет. Так, тут можно просто проутировать пока. Не, вот. Да? Надеюсь, я ничего не пропустил важного. Да, все хорошо. Ну вот, все, Скоропадский остался нам только. В тиски его. И выносим.
Так, на этом пока все. С вами был Дмитрий. Подписывайтесь на канал, делитесь видео, ставьте подписи. Всего доброго, увидимся в турецкой экспедиции. Помните, что все самое интересное еще впереди. Thank you, guys.